Точно до миллиметра кирпичик к кирпичику будущий каменщик Илья Крищенко возводит стену. Строго по чертежу. Каждая погрешность может стоить штрафных баллов. За время подготовки собрал уже более 10 разных стен или по-другому модулей. Какой конкретно чертеж попадется ему на всероссийском этапе, неизвестно. Задания засекречены. Модуль вот этот был на отборочных. То есть, в принципе, он не сложный, но это здание было секретным, поэтому здесь много нюансов. То есть, углы пилятся под 52 градуса, нестандартные все такие градусы, то есть 110. Все настолько там неизвестно, то есть, может быть все секретное, как, например, вот этот модуль. Мы к нему, ну, вообще не знали то, что такое будет, например. Прежде чем мы это начнем делать, мы с тобой возьмем малярный скотч. Держи. И малярным скотчем я упрою, чтобы нам не испачкать свою поверхность. У Анастасии Савенко работа еще тоньше. Трафаретами, шпателем, кистью прямо на стене она создает картину. Через пару недель за 22 часа ей предстоит выполнить 7 заданий. Подобрать необходимый цвет краски, качественно поклеить обои, задекорировать фасад. Сейчас она отрабатывает свое домашнее задание – фристайл. Одно из будущих испытаний каждого участника конкурса. Для одной картины она использует более 5 декоративных штукатурных материалов. Это основной фон. После мы приклеили трафарет коня и закрасили кисточкой, поливелюром, тоже декоративный материал. К мировому движению WorldSkills Россия присоединилась в 2012 году. За это время в чемпионатах разных уровней приняли участие более 100 тысяч молодых профессионалов. Впервые выйти на всероссийский уровень амурскому студенту удалось в 2016 году. Тогда четвертое место по стране амурчанин занял в направлении кирпичная кладка. В этом году амурский регион представят двое. Анастасия Савенко, как и Илья Крищенко, стали победителями регионального этапа WorldSkills. Успешно прошли отборочные тур на всероссийский этап. С каждым разом все сложнее и сложнее, можно сказать, с какими-то дополнительными элементами. Если на региональном чемпионате, допустим, не было такого модуля, как обратная перспектива, то на национальном финале этот модуль добавляется, где участники по эскизу должны перенести чертеж и выполнить его фактурными, структурными декоративными материалами и добавить там фреску, вклеить. То есть это должно быть все качественно и выглядеть как фасад. До всероссийского этапа чемпионата остается меньше 2 недель. Он пройдет с 20 по 27 мая в Казани. Сегодня чемпионат WorldSkills уже, можно сказать, отдельный вид спорта. Команды соревнуются в работе руками не только с российскими коллегами, но и из других стран. Победители и призеры всероссийского этапа становятся членами сборной страны. В национальную команду могут попасть и наши амурские ребята. Денис Свериденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.